Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshop.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Вы смотрите видео на канале о том о сём. И прежде чем начать, советую подписаться на нашу группу ВКонтакте. Группа посвящена операционке Android и группа полностью открыта. Пишите на стену свои вопросы, участвуйте в весеннем конкурсе и приглашайте друзей в группу. Соберем большое сообщество по интересам. Кстати, кому нужна подобная реклама, группы, канала, сайта или еще чего-либо, обращайтесь. Расценки демократичные, договоримся. Мои контакты в шапке канала или под этим видео. А теперь про прослушку телефона. Если у вас есть подозрение, что ваш телефон прослушивается, то вы можете узнать это, посмотрев это видео до конца и последовав простым советам. Прямо сейчас вы можете, смотря это видео, проверить ваш смартфон. Возьмите его и набирайте секретные коды, которые увидите в видео. После набора кода не забудьте нажать кнопку вызова. Прошу заметить, что не на всех устройствах работают эти коды. Пробуйте, экспериментируйте. Звездочка решетка 21 решетка. Этот код позволяет посмотреть информацию о включенной переадресации. Введя этот код, вы увидите, переходят ли ваши звонки на другой номер или нет. Звездочка решетка 62 решетка. С помощью этого кода вы сможете узнать, на какой телефон переадресовываются звонки. А вот очень полезный код решетка решетка 002 решетка, который позволяет отключить всю переадресацию звонков на вашем смартфоне. Ну а если кто-то взял и выключил вам какую-то функцию, к примеру, заблокировал смс или добавил какой-то номер в черный список, то, воспользовавшись кодом звездочка решетка 33 решетка, вы увидите, что именно заблокировано, и сможете это разблокировать. А с помощью кода звездочка решетка 06 решетка вы сможете посмотреть имей телефона. Это уникальный номер для каждого телефона. Этот номер полезно знать в случае потери или кражи телефона. Вот несколько секретных кодов для вашего смартфона. Все манипуляции с телефоном вы делаете на свой страх и риск. Также советую вам посмотреть интересные видео на нашем канале. Вот, к примеру, видео «Бесплатный интернет на любой симке». Или как разблокировать любой телефон с графическим ключом. Спасибо, что досмотрели до конца. Огромное спасибо тем, кто подписался. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забудьте про нашу группу ВКонтакте. Также для всех, кто любит экономить, советую воспользоваться сервисом Letyshops. В общем, все интересные ссылки ждут вас в описании к видео и в комментариях под ним же. До скорых встреч!